Дверь с ноги, как говорится, Крейт вещает, и сегодня я вам покажу все рабочие промокоды на BlackRush. В одном из прошлых роликов я объявил победителя в конкурсе на Jaguar Roadster Full Tune. Это эксклюзивная тачка, которая в донате стоит 7000, также здесь есть Stage Sport Plus, Launch Control и еще донатные стробоскопы. Короче, в тачку влито около 20000. И с победителем я успешно связался, вот в комментариях Виктор Фиолов, и вот он уже на авторынке забирает у меня эту тачку за 1 рубль. Так-то машина стоит 40 лямов виртов, но ему досталось за 1 рубль, а все потому, что он скачал BlackRush именно по моей ссылке, а также играет на Cherry сервере, поскольку только на этом сервере проходят розыгрыши. Так что скачивай BlackRush по первой ссылке в описании и начинай играть именно на Cherry, чтобы в будущем вдруг стать богатым. Теперь по поводу промокодов. Как обычно, как всегда, начинаем именно с ютуберских, потому что их много и на каждом сервере. Вот как минимум 25 ютуберских промокодов для всех 25 серверов BlackRush. Почти все ютуберские промокоды на деньги, а конкретнее 15 тысяч виртов. Вроде как 15 тысяч это не так уж и много, но для новичка будет нормально. Также важно уточнить, что такие промо активируются со второго уровня, в отличие от всех остальных. Ну а сейчас поговорим как раз про остальные, они называются системными, бонусными промокодами, их можно активировать с первого уровня, и они выдают самые разные призы, типа машины на время, скин на время, аксессуары на время, опыт. Вроде как единственный промокод на опыт с первого уровня это хэштег 18к, и он даст тебе 2 очка XP на халяву, и это поможет апнуть второй уровень, чтобы активировать уже ютуберский промо. Также с первого уровня можно получить BMW M5 F90 на 3 часа, если активировать промокод PLVR. Промокодик хэштег Shark выдает Mercedes Акулу на 3 часа. Самый настоящий гелик можно получить на 1 час, если активировать промокод INBR. Это довольно старый промо, но тем не менее он все еще работает. Единственный промокод на аксессуар называется VKBR, и он выдает скейт, который вешается на спину на 2 часа. Есть еще 2 промокода на временные скины, это хэштег TikTok, он выдает скин из вселенной Гарри Поттера на 2 часа, и промокодик UPD выдает скин госом 7 миллионов из магазина одежды. Промокод старт выдает Mercedes из низкого класса за 500к на 3 часа. ETBR выдает BMW X6 за 8 лямов виртов. Ну, естественно, не в имущку, а на 3 часа. Также еще есть промокод на Ferrari. Это тачка госом 18 лямов, и ее можно получить, если активировать промокод хэштег Mr. Urban, но, к сожалению, только на Magenta сервере BlackRush. Поэтому, если играете на Magenta, то активируйте. Только на Crimson сервере действует промокод хэштег JustDan, и он выдает тебе Cadillac, прям как у Моргенштерна, на 3 часа. А еще у меня совсем недавно появился промокод на машину, и называется он хэштег Crate. Работает он, к сожалению, только на Уфе и выдает тачку Литвина, а именно BMW F93 Grand Coupe. Не знаю, если честно, насколько эта тачка выдается, понятно, что на время, ну а госка у нее 19 лямов. Поэтому, если захочешь почувствовать себя богатым, залетай на Уфу, докачивайся до второго уровня и активируй данный промо, получай халявную тачку. Дальше хочу рассказать о новой темке, это ловля промокодов на BlackRush. Раньше такого у нас в истории не было, но сейчас разработчики это довольно плотно практикуют. Суть в том, что разработчики создают топовые промокоды, которые одновременно выдают нам скин на время, тачку на время и еще какую-то скидку или какую-то халяву в магазине. Но самый прикол в том, что такие ультимативные промокоды разработчики делают на время, то бишь вот на один день или даже на пару часов. К примеру, промокод TG81227APR, еще один такой хэштег DP1, ну и на 9 мая добавили хэштег 9May, который действовал один день. Эти промокоды выдавали сразу кучу всего, но действовали мало времени. Сейчас, конечно же, эти промокоды абсолютно бесполезны для тебя и для
для меня, но мне кажется, что разработчики будут продолжать выпускать вот такие временные промокоды. И обычно они их публикуют в своем телеграм-канале Black Rush. Поэтому все, что мы можем сделать, это следить за официальным ТГ-каналом и как бы включить уведомления, чтобы ничего не пропускать. Ну а чтобы в него попасть, достаточно просто зайти в Black Rush, зайти в настройки, и под никнеймом мы видим вот такие три значка, здесь Telegram, ВКонтакте и Discord. Заходим именно в Telegram, и нас перебрасывают на официальный Telegram-канал. Мне от этого никакого профита, но зато вы сможете узнавать о промокодах до того, как их пофиксят. Надеюсь, кому-то моя инфа реально поможет. А для вас, как всегда, старался Крейт, не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться на канал с колокольчиком. Еще услышимся, ребятушки, пока-пока.